будет хорошком. Верьте в себя, и все будет классно. Ау. Всем привет! Мы сегодня пришли на Вогбал. Это Вера, она организатор Вогбалов у нас в Минске. Бал почему? Потому что есть дресс-код, потому что мы наряжаемся. Сегодня у нас пятый элемент, и даже да, я добавилась уже и оделась. МС у нас сейчас на сцене, это Дима Банчинчи, мой лучший друг, он живет в Питере, он приезжает каждый год. Ну то есть жжешь, горячо, это горячо, да? И есть другое движение, просто щелчок пальцами, например, вы смотрите на кого-то, он танцует медленно, и потом он делает бум, какую-то крутую позу, желательно на полу, и все делают бэм, красавчик, снэп, ну, можно разные слова кричать. Yes, все что угодно. Бич. Бич это вообще, это комплимент. Сегодня у нас судья из Франции, из Парижа, Кьяно Ревлон. Это очень яркий персонаж парижской сцены. Он впервые вообще в СНГ. Ему нравится. Он подсел на драники. Бог помогает раскрыть себя, помочь раскрыть других. То есть ты хочешь сегодня быть Петей, ты будешь Петей. Хочешь завтра быть Петушком, будешь Петушком. Никого никогда не слушайте. Если хотите, делайте. Все в ваших руках. Верьте в себя, и все будет классно. They have a really, really good potential, so they really, really should start traveling and show the potential to the world. Всем привет, меня зовут Дима Банчинчи, сейчас я должен вам рассказать, что меня бесит воги. Так вот, воги меня бесит, когда люди танцуют не в музыку. Раз. Воги меня бесит, когда люди не очень хорошо выглядят. Два. Воги меня бесит, когда... Опять, когда вы плохо выглядите, все. Дорогие любимые зрители, которые приходят на вог-балы, пожалуйста, сначала посмотрите на ютубе, как это вообще в принципе происходит, что нужно делать. Нужно всего лишь просто взять одну ладошку, вторую ладошку и хлопать, и поддерживать наших участников. А когда они ложатся в дип, сделать так вот, ау. И тогда у нас получится клевая атмосфера. Когда вы научитесь это делать, мы будем с вами так невероятно тусить. Никогда не тусить. Всем привет! Сегодня в этот замечательный и солнечный день мы направляемся на репетицию к нашим замечательным и талантливым друзьям из Тренда Люкс. Сегодня мы немножко подурачимся, повеселимся и вообще проведем отличное время. Поехали!
5, 6, 7, 8, раз, и 2, 3, 4, и 5, 6, 7, и ап, и раз, 2, 3, бам-бам, бам-бам-бам, да. Я Роман Ковалев, хореограф и продюсер проекта «Тренделюкс». Находимся мы в одном из лучших центров танцевальных, это Эльгата. На самом деле, непредвиденная репетиция, точнее съемка, так как мы готовимся к большому мероприятию в Киеве. Вот я не понимаю, честно, нет времени, а мы все записываем. Мне уже репетировать надо. Все, пока. Вы готовы, дети? Да, капитан! Я не знаю, сколько я вытяну. Runway walker try. I'm gonna make it hot right now. Yes, I'm gonna make it hot. I'm gonna make it hot right now. Yes, I'm gonna make it.